ты? Да тут я, куда смотришь-то? Это ты вы мне? А что, еще кого тут видишь, что ли? Нет. Ну а хули ты делал? Че замер-то? Зуб почистил? Да. Ну так иди спать, ёпта, спокойно. Ночью. А, давай, давай, топ уже, до завтра, нахуй. Ага. До завтра. Эй, чудак, на. Первый раз кого-то свое отражение увидел. Last night pre-flight, zero out, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Man, rocket man, burning out his fuse out here alone. Прикинь, Денис-то вчера белочку поймал. Да ладно, что, сработал? Да, прикинь, пошел в ванну зубы чистить. А с ним зеркало разговаривал. И че, и где он сейчас? Не знаю, под кроватью был, теперь, наверное, в шкафу прячется. Да, надо проверить. Слушай, ну здесь нет. Не знаю, ну был в шкафу. Может там? Куда ж ты делся, а? Там же... Слушай, я сейчас посмотрю, может он в той комнате, там сейчас как раз никого. Да-да-да, глянь. Нету. Слушай, его нет нигде. Попробуем позвонить. Че, позвонить думаешь? Блин, Денис, ты что здесь делаешь? Ничего. Денис, ты в порядке? Все хорошо. Денис, пойдем уже да туда. Я посижу тут. Денис, пойдем сейчас. Хватит. Это просто зеркало. Меня никто не верит. Я не знаю, что делать. Денис, не переживай, все будет в порядке. Хорошо. Лучше ляг, полежи. Слушай, я пойду за водой схожу, последи за ним. Хорошо, иди. Это говорит сама себя.
Галлюцинация. Ты идешь, глаза разуй. Никакого говорящего зеркала не существует. Я просто переутомился. Мне просто померещилось. Ха-ха. Конечно. Это же очевидно. Просто померещилось. Нихуя тебе не померещилось. Понял, нет?